Прошедшие новогодние праздники, конечно, сложно сравнить с теми, что были в Оренбурге в прошлом году, когда город буквально утопал в сугробах. Тем не менее, даже несмотря на относительно бесснежную погоду, передвигаться во многих дворах проблематично, и пешеходы, и автомобилисты вновь не в восторге от работы коммунальщиков. Снега и впрямь много. Вот район МЖК. В местах проезда транспорта сугробы твердеют и превращаются в колеи, в которые попадают автомобили. В итоге межквартальные и внутридворовые проезды с каждым днем все уже, что водителям приятных эмоций не добавляет. Тяжеловато разъехаться. Вот сейчас я заезжал, приходится уступать друг другу, не полезешь же как друг на дружку, правильно? Хотелось поэтому... бы, чтобы получше. Да желательно бы, конечно, желательно. Не в восторге от положения дел во дворах и пешеходы. Если дорожки чистятся и чистятся неплохо, то стоит сойти с них и приходится преодолевать почти снежную целину. Плохо чистятся. Это я думаю, что все же из-за погоды. Когда немножко мороз установится, будет нормально во дворах. Так что сколько усилий не прикладывай, это все равно все будет перемешиваться и все такое. Поэтому здесь надо реально смотреть на вещи, на все. Действительно, обстановка тяжелая. Впрочем, потерпев и помучившись, доехать до дома и припарковаться можно. Но что делать, когда снежные заносы мешают проезду экстренных служб? На станции скорой помощи случаи застревания автомобилей в сугробах прямо посреди жилых домов фиксируют регулярно. Бывают случаи, когда машины буксуют в снегу в связи там с сложностью проезда. В таком случае, если машина, может выехать сама, если не может, то присылается буксировка. В прежние годы был случай, когда мы обращались за помощью к службе МЧС. В этом году все обходилось, своими силами. Тем не менее, обвинить коммунальщиков в том, что они не стараются, сложно. По словам тракториста Владимира Гартмана, они бы и рады качественно и в срок расчищать снег, но сталкиваются с многолетней и, видимо, неразрешимой проблемой оренбургских дворов, припаркованных, как попало, автомобилей. Забитые улицы, и боится зацепить. Сейчас я нож придавлю, и трактор туда-сюда бегает, он кинется на машину, сами знаете, машина. Привести городские дворы в сравнительный порядок коммунальщики обещают в ближайшие дни. После праздников на расчистку снега мобилизованы значительные силы, а значит, проехать и пройти можно будет без труда, видимо, до следующих крупных снегопадов. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек, «Наше время».